разобрал аппараты, надо продуть от пыли. Продувать хотя бы раз в месяц надо. В месяца три уже не продувал. Пистолет обычный, продувочный, советский, старый. Где-то что-то открутилось. Так, где-то винтики, значит, потерялись. Так, ну, этот есть. Теперь по автомату. Так, и здесь что-то открутилось. Это что? Это нижняя клемма. Это просто крепежка. Сейчас подтянем. Вот эта штучка включает и выключает подачу углекислоты. Как-то, не знаю, или плохая кислота попалась, или редуктор так забился мусором, непонятно. Чуть ли каждый день приходилось разбирать и чистить его. Здесь внутри маленькая ситочка, вот тут углекислота через него проходит и идет дальше. В этой ситочке постоянно забивалась мусором. Так, ну вроде все. Почистили, пойдем собирать.